Всем привет! Если ты работаешь в сервисном центре по ремонту телефонов или у тебя свой сервис, то я думаю, вот эта картина тебе знакома, когда стопы их стекол лежат пылятся, некоторые из них годами лежат, или иногда наоборот приходится отказывать клиенту, который попросил защиту, потому что на данную модель защитного стекла просто не было, а это всегда упущенные клиенты и деньги. И лично для себя решение я нашел, это плоттер для нарезки гидрогелевых пленок от компании Hoka. В этом видео будет обзор, все технические характеристики, доходность, и я также нарежем одну пленку на один телефон, это будет iPhone 8+. Лично для меня главным преимуществом стало то, что не нужно держать базу стекол, достаточно иметь 20-30 гидрогелевых пленок для того, чтобы иметь возможность нарезать защиту на смартфон любой модели, потому что в базе этого аппарата есть 5000 лекал, то есть 5000 лекал на разный телефон. Огромным преимуществом является то, что на гидрогелевой пленке царапины затягиваются сами, то есть телефон, когда в кармане, ключи и мелочь оставляют царапины на смартфоне, если он в гидрогелевой пленке, даже глубокие царапины через какое-то время на ней затягивают. В том случае, когда на поверхности дисплея есть царапины, глубокие царапины или небольшие сколы, защитное стекло наклеить практически невозможно, то есть там останется воздушный карман, и с виду это выглядит не очень красиво. Но после наклейки гидрогелевой пленки даже крупные царапины скрываются, и внешний вид дисплея становится практически как новый. То же самое с задними крышками. На многих смартфонах сейчас задняя крышка выполнена из стекла, и часто бывает такое, что она тоже разбивается, на ней есть скол или трещина, и в этом случае при наклейке гидрогелевой пленки эти трещины скрываются. В итоге получается, что клиент сэкономил время и деньги, то есть не нужно ремонтировать смартфон, а сервис заработал на поклейке гидрогелевой. В чем же преимущество для сервиса? После того, как смартфон отремонтирован, а большинство ремонтов это как раз таки модульная замена, задние крышки, дисплеи, разъемы. Понятное дело, у человека боль, разбитый дисплей, и в ближайшее время он не планирует расчехляться на еще один дисплей, и вот тут как раз нужно предлагать защиту, по крайней мере так делаю я, и клиенты соглашаются в принципе 100 из 100, иногда даже соглашаются на защиту телефона в круг. Лично мне приносят на ремонт телефоны как дорогие, так и бюджетные, я бы даже сказал, что бюджетные приносят чаще, то есть цена которых до 15 000 рублей, и ремонт на них в среднем стоит 1500–2000 рублей. И в тех случаях, когда клиент соглашается на гидрогелевую защиту, это еще 500 рублей к чеку, то есть получается где-то порядка 30%. А когда клиент соглашается на защиту в круг, то тут все 40–50% к стоимости ремонта. При условии, что цена одной пленки 50 рублей. На сайте магазина Parts Direct можно заказать 50 штук за 2500. Итак, перемещаемся сюда и начинаем нарезать пленку. Аппарат включается. В комплект входит нескользящий коврик, шпатель и блок питания. Выбираю iPhone, нам нужен 8+, так, теперь выбираю защиту, пусть будет вот это. Пленки идут вот такого вот вида, кладу ее перпендикулярно. Теперь на сенсорном дисплее нажимаю старт. И робот начнет свою работу и начнет вырезать пленку. В среднем за это по времени занимает где-то порядка 2 минут нарезка. Готово. Нарезанная пленка выглядит вот так. Сейчас необходимо убрать отсюда все то, что вырезано. То есть это вырез под кнопку Home, под динамик, датчик приближения и фронтальная камера. Так, вот iPhone 8+, на нем сейчас как раз наклеено защитное стекло, и как раз я говорил вот об этих бордюрах, которые мешают, и часто по периметру как раз они и обкалываются. Отклеиваем. Такой коврик идет в комплекте, он не скользящий, то есть он не скользит, он прорезиненный. Теперь немного центруя, наклеиваю пленочку. Готово. Теперь отгибаю и вот таким движением накатываю пленочку. С верхней стороны точно так же. Теперь
отклеиваю верхнюю транспортировочную пленку. С боков надо тоже пригладить немного, потому что пленка нарезана в круг, то есть она защищает даже края дисплея. И вот такой результат получился. То есть сейчас вот видно матовая пленка. Сейчас я постараюсь как-то на камеру получше показать. Вот с такого ракурса лучше всего видно. Видно, насколько хорошо приклеена пленочка. И в том случае, если на дисплее есть какие-то царапины, даже глубокие, он их закрывает. И внешний вид дисплея будет как раз вот таким вот. Производитель утверждает, что это готовая отдельная услуга. Но лично я считаю, что это отличная дополнительная услуга для сервиса или для тех, кто продает смартфоны или гаджеты. И вот тут как раз он пригодится как дополнительный источник дохода. Но лично мне в первый месяц удалось заработать, благодаря этому плоттеру, 7500 рублей. Не знаю, много это или мало, напишите в комментариях. Ну а у меня на это все. Пока. Ссылка на этот плоттер будет, как всегда, под видео.